Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Zenfone 10, и сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек камеры. Итак, для этого мы открываем камеру. Далее открываем настройки. Проходим в самый низ и выбираем сброс к настройкам по умолчанию. Нажимаем ОК и нажимаем Да. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.